Куйбышева, 9, в самом центре Перми – это адрес ночного клуба «Хромая лошадь», где в декабре 2009 года на юбилей увеселительного заведения погибли, отравившись продуктами горения, 156 человек. До сих пор площади клуба пустовали. Теперь, спустя 3 года, они перешли в муниципальную собственность. Предложения, что делать с помещениями, звучали самые разные. Ну, вот были такие очень крайние от того, чтобы оставить все, вот, не трогать, оставить как есть. И второй вариант – снести все подчистую, уничтожить, чтобы не оставить никаких следов. Какие бы варианты ни рассматривались, муниципалитет пришел к выводу открыть на месте «Хромой лошади» учреждение культуры. 1000 квадратных метров решили передать в аренду Пермской государственной художественной галереи, точнее, ее филиалу – музею фотографии. Сейчас фотографы занимают несколько квадратов на Монастырской, 95, и против клубных площадей не возражают. Располагая серьезным пространством, кроме выставок, люди с фотоаппаратами смогут реализовать другие идеи. Фотография, она давно уже обросла бизнес-процессом. Это и продажа фототоваров, которые сейчас есть практически везде, да? Это и печатные услуги, это оформительские услуги, это студийная съемка, да? То есть вот все это мы хотим собрать на площадке, чтобы бизнес помогал искусству. Остальные 450 квадратных метров клуба передадут музею истории политических репрессий «Пермь-36». Сам музей находится в селе Кучино Чусовского района. Его филиал в Перми сейчас – это небольшая комната на Гагарина, 10. Сотрудники музея, переехав в центр города, будут вести просветительскую работу, а также помогать пермякам в поиске родных, пропавших в годы репрессий. Первая выставка, которую мы там собираемся открыть, это выставка, посвященная Вишлагу. Это первый трудовой лагерь в истории нашей страны. Он был здесь у нас в Пермском крае, в Пермской области, на севере, на реке Вишере, на Каме. В музее политических репрессий найдет отражение тяжелая история «Хромой лошади». База данных будет пополняться фото и личными вещами погибших, которые родные хотели бы сохранить в памяти о жертвах страшной вечеринки. В целом, часть горожан отрицательно относится к решению городских властей. Идти туда, да, зная, что там произошло, у меня, честно говоря, не будет желания. То есть, как музей, как какое-то, да, в культурное место, мне бы не хотелось посещать это со своим ребенком, например, даже. Среди жителей Перми много и таких, кто поддерживает музейную идею. Я буду ходить сюда, в эти музеи. Я за музей. Городской администрации уверены, когда помещения преобразятся и у них появится новый статус, у людей исчезнут прямые ассоциации с клубом «Хромая лошадь». Я думаю, что люди как раз будут ходить с интересом, в то же время помня о трагическом событии, отдавая там дань тем людям, которые погибли, тем более у нас там недалеко мемориал установлен. И в то же время получая какое-то внутреннее удовлетворение от того искусства, которое они там увидят. Уже в декабре оба музея смогут начать работу на новых площадях. Юлия Долгова, Михаил Осейчик, Пермский край.